Доверенное лицо Владимира Путина, певица Ольга Кормухина, в Санкт-Петербурге встретилась со студентами творческих вузов и волонтерами предвыборного штаба. Речь шла о развитии культуры, о поиске талантов. Во время общения Ольга Кормухина рассказала, почему она поддерживает Владимира Путина. Меня восхищает именно его твердость, его решимость, его последовательность, его верность. И его незлобивость. Меня удивляет, как он прощает многие вещи, которые лично мне было бы трудно, например, спустить. И он прощает все, что касается лично его, и, конечно, не прощает то, что касается страны и ее народа.